Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы со мной! 4 июля этого года нас было 214 тысяч, и уже сегодня нас свыше 1 миллиона! Это невероятное достижение, и все это благодаря вам! Ваши лайки, комментарии и поддержка вдохновляют меня каждый день создавать что-то новое и интересное. Без вас этого бы не случилось. Вы – настоящие герои этого канала. Спасибо за вашу верность и доверие. Впереди нас ждет еще много удивительных приключений и крутых анимаций. Оставайтесь со мной и давайте вместе покорять новые вершины. А еще давайте запустим челлендж. Если вы узнаете нового персонажа в этом видео, то вы сразу же подпишитесь. Договорились? Ну, все, погнали! Надо Тимоху похоронить! Нельзя оставлять его так! Только ящик я не отдам! Он мне еще нужен! Я помидоры в нем вожу с деревни! Да успокойся ты со своими помидорами, я тебе новый ящик сделаю. А может, не надо его хоронить? Вдруг он еще жив? Просто он, наверное, уснул. Я понимаю тебя, дружок. Тебе сложно поверить в то, что твой друг умер, но тебе придется смириться. Закопаем его за домом. Я тебя сейчас закопаю за домом. Живье! Ты че, совсем рехнулся? Тимоха где-то рядом. Погоди-ка. Так, вон же он. Инфузория туфелька. Как им удалось одолеть Тимоху? Впрочем, сейчас это не важно. Я должен забрать его и провести кое-какие опыты. Короче, ничего не знаю, но гнить он у нас за домом не будет, понял? Что за шум на улице? Ничего себе, какой пирожок! Дашь погонять? Держите его! Не дайте ему забрать Тимоху! Пусть забирает! Жалко, что ли? Мы как раз искали способ, как избавиться от него. Нельзя позволить, чтобы он забрал Тимоху, потому что это он создал этот пирожковый вирус. Ты опоздал, старик. Тимоха уже в моих лапах. Я отомщу за Тимоху, и поверьте, месть будет сладкой. Больше не могу идти. Я устал. Эй, дружище, ты чё тут разлёгся в натуре? Эй, йоу, ты живой, нет? Слава богу, живой. И если вы удивлены, друзья, почему я никак не отреагировал на его ароматный пердёж? Да просто посмотрите, на чём я езжу. Так, надо бы его закинуть в кузов. Фу, чем так воняет? Ну, наконец-то ты очнулся, а то я со скуки уже сам начал засыпать. А ты кто такой? И куда мы едем? В смысле, кто я такой? Ты чё, реально меня не знаешь, чувак? Нет. Так я же этот, как его, тот самый... Мы типа сейчас выпендриваемся или чё? Да не, ничего, малый, это я так, просто. Ну ладно, пошутили и хватит. Куда тебя везти? Как куда? Домой, конечно же. Ну, я так понимаю, ехать нам еще долго. Поэтому, дружище, я к тебе обращаюсь.
Если ты уважаешь меня, а также ДХ Animation, подпишись на канал обязательно. А еще зайди в телеграм-группу ДХ Animation. Там много прикольного. Я тоже там подписан. Побудь здесь, Тимоха. Что ж, эксперимент с пирожком оправдал все мои ожидания. Я был готов к тому, что рано или поздно Тимоху одолеют, и вирус, который я разработал, будет побежден. Поэтому сейчас, пожалуй, самое время перейти к плану «Б».